изменениях в составе депутатов, которые сегодня должны проходить, в связи с болезнью, с операцией и предстоящими операциями, наш депутат Николай Буйвит высказался, что он не может принимать участие в работе нашего парламента. Мы в соответствии с регламентом с ним проводили переговоры, чтобы убедить его все-таки остаться, но он объяснил, что по объективным причинам его участие сейчас в активной общественной деятельности невозможно, и для блага общего дела он снимает себя полномочия депутата. И в соответствии с нашим регламентом полномочия депутата передаются следующему по рейтингу человеку, который получил 31 место на выборах в июне прошлого года, это Георг Куклисошвили. И по нашему регламенту